И мне очень нравятся обычаи мусульманских женщин. В паранджу одеть, грамоте не обучать, чтоб сидела в женской половине и молчала. Раз в месяц позову ее и забуду на месяц снова. Я очень люблю мусульманские обычаи в отношении женщин. Татарка, она говорит, мужчина, молчит. Она готовит тазик с водой, чтобы ночью омыть ноги. Я устал. Ноги помыть мне, Коран открою, молитву прочту и усну. В 5 утра первый намаз. Снова молюсь. Вот так. Живут мусульмане, правоверные мусульмане живут так. А вас развратили. Вы уже не мусульмане. Вы должны все поехать в Саудовскую Аравию, в Мекку, в Медину и посмотреть, как себя ведет мусульманская женщина. Проблемы нет, то, что у нас есть противники. Я устал от сторонников. Везде оркестры, везде меня целуют, обнимают. Слава Богу, хоть здесь немножко противников есть. Я хоть немножко отдохну от постоянной похвальбы. Кого вы почувствовали, что действительно любит? Сердце подсказало. Правильно? Как его почувствовали? Я люблю одного человека. Вот, вы его полюбили, одного. А приставалось много к вам? Да. Сколько? Трое. Вот так и партии. Пять парочек пристают, а вы одну выберете.